Федор из Кодинска спрашивает: «Я владею небольшой фирмой. Пенсионный фонд вынес постановление о взыскании с меня штрафа, так как я не вовремя подал налоговую декларацию. Можно ли избежать штрафа?» Это не штраф, это взнос, начисленный в виде санкции. Ведь по закону о пенсионном страховании взносы в пенсионный фонд, как правило, уплачиваются в два этапа. Так, взнос на финансирование страховой части трудовой пенсии, как правило, производится в фиксированном размере, независимо от того, имеет ли предприниматель доход от осуществления своей деятельности или нет. Однако, если доход последнего превысил 300 тысяч рублей за предыдущий год, то начисляется еще и 1% от суммы свыше 300 тысяч рублей. То если плательщик предоставит несвоевременно предоставленные налоговые декларации за периоды до 1 января 2017 года, то органы пенсионного фонда обязаны произвести перерасчет, исходя из фактического дохода плательщика. Следовательно, вам необходимо представить налоговые декларации за указанные периоды и только после этого обратиться в пенсионный фонд с письменным заявлением с требованием произвести перерасчет начисленного страхового взноса, исходя из вашего фактического дохода. Михаил из Красноярска интересуется. В прошлом месяце закончилось судебное разбирательство, в котором я участвовал в качестве истца. Судом было вынесено решение в мою пользу, но получить причитающиеся мне средства я не могу. Ответчик оказался неплатежеспособным. Что делать в такой ситуации? В данном случае единственное, какой совет мы будем дать, это дождаться терпения. И, может быть, ваш ответчик из неплатежеспособного превратится в платежеспособного. В данном случае мы что можем рекомендовать? Это периодически вновь направлять судебному приставу исполнительный лист, который вам выдал суд, на взыскание с ответчика задолженности. Единственное, по срокам, срок для повторного предъявления не должен превышать трехлетнего срока с даты, когда вам судебный пристав этот исполнительный лист вернул в связи с тем, что взыскание оказалось невозможным.